Глава Артема Александр Авдеев встретился с делегацией из Южной Кореи. В ее составе 30 человек. Это представители производственных предприятий, экспортно-импортного банка, корпорации малого и среднего предпринимательства, а также исследовательских институтов, в том числе сельскохозяйственных. Этот визит в наш город для иностранных гостей носил больше ознакомительный характер. По их признанию, Артемовский округ уже давно вызывает интерес у южнокорейских инвесторов как территория, которая входит в зону «Свободный порт Владивосток», так и самостоятельная, с отличными возможностями для развития. В ходе встречи южнокорейская делегация поинтересовалась возможностями для развития бизнеса на нашей территории, льготами, преференциями и помощью от местной администрации в обустройстве инфраструктуры. У нас дошла такая информация, если корейская компания инвестирует в вашем территории, в вашей территории, а тогда и чтобы получить льгот, обязательно продукты, которые производили вот корейской компании в вашей территории, именно в свободном порте, это производимые продукты должны только направлены на экспорт. Такое ограничение есть. Александр Авдеев отметил, что в случае интереса со стороны инвесторов не на словах, а на деле, сотрудничество обязательно станет взаимовыгодным. Для того, чтобы определиться, что именно будет интересовать иностранных инвесторов на территории Артемовского городского округа, им как минимум надо сделать анализ того, чем они пожелают заниматься. Грамотный подход требует анализа. Мы готовы оказать содействие в развитии и промышленного комплекса, и сельхозпереработки. Вот. Мы готовы и в химической промышленности оказать содействие. Мы готовы даже в экологическом направлении оказать содействие. Поэтому при желании, пожалуйста, будем сотрудничать и развиваться. Ирина Анциферова, Луиза Сысоева, Денис Болтов, Светлана Нурик, городские новости.